Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередной эксклюзив для поклонников Сектора. Многие из вас уже ждут с нетерпением. И за этот диск хочу сказать большое спасибо админу СГФК в прошлом. По ник у него был Папа. Мы его так и называли Папа, потому что все мы были щеглы на то время, 2002-2003 год. А Папа уже тогда был, наверное, в моем возрасте. Живет Папа в Париже. Жил и сейчас живет. И этот диск я ему привозил. Это был подарок ему от Галины, от вдовы Юрия Хоя, и привозил я его в 2002 году, если мне память не изменяет. Аж не верится, что так давно это все было. И эти 15 лет диск находился у папы в Париже. Я попросил его сделать обзор этого диска, что он, собственно, сделал. Все, кто особенно в Германии, знают папу. Он приезжал на ТПП, на встречи фан-клуба в Германии, когда они проходили часто в те годы. И сейчас вот вы уже слышите, собственно, одну песенку с этого диска. Давайте посмотрим папы на обзор, потом поставлю я еще одну песенку. Доброго времени суток. По просьбе Ромки Рокера показываю диск, который был в коллекции Юрия Хоя. Группа называется Majestic, и диск называется Abstract Symphony. Должно быть что-то металлическое, не знаю. Но, по-моему, там медляки какие-то мне не понравилось, когда я первый раз услышал. Надо будет переслушать, может быть, изменю свое мнение. Вот, значит, так. Диск, обложка. Дальше список песен. Сам диск, по-моему, не левый, что-то написано про защищенные права и лицензионные соглашения. И вот сама фишка этого диска, надпись от жены Юрия. Павлу на память о Юре. От жены Галины, подпись. И внизу самое интересное, по словам Ромки Рокера, и наверняка жена Юры говорила ему, внизу надпись на английском «Total time» 51 минута сделана якобы рукой самого Юры. Поэтому будем верить на слово. Но это, по-моему, из его коллекции 100%. Вот и все. Пока рад был поделиться. И я хочу сказать большое спасибо папе. Папа, большое тебе спасибо. Я не ожидал, что ты прям сделаешь обзор такой с голосом прям. И, друзья, хочу сказать, что действительно в коллекции Хоевской в основном, конечно же, тяжелая музыка была в разных стилях. И этот диск не исключение. Вот, и под конец я поставлю еще одну песенку с этого диска на 10 секунд буквально. Если вас это заинтересовало, вы можете сами его скачать, этот альбом, найти его и послушать. Надеюсь, вам было, как всегда, интересно. На этом все. Увидимся. Всем хой.